Аня, у меня идея. Давай сделаем макияж с закрытыми глазами. Отличная идея! Блин, у нас нет косметики. Что нам делать? У меня есть хорошая идея. Сейчас мы будем завязывать глаза и краситься. Миссия тоже губная, короче. Что я тебе крашу? А сейчас нарисуйте брови. А я тебе. А теперь на раз, два, три снимаем. Раз, два, три. Я не могу снять. Смотрите на зеркале. Все замки вдруг делаете. Ой, малышня, идите играть в свои игры. Хорошо. Что это у вас? Что это у вас? Рассказываю правила. Надо крутить вот эту стрелку, на какую она остановится. Остановилась на зеленой. Тут есть вкус арбуз или сопли. Надо взять такого же цвета из тарелочки. И я начинаю первой. Вот тут виноград или... Алёне повезло. Я бы тоже хотела, чтобы мне кока-кола попалась. Обезьяна или... Бери. Или улитка. Улитка? Апельсин. Повезло. Начал я кучу яич. Арбуз или сопли? Зеленый. Я тут... Быстрее. Бери. Что попало? Смотри. Что попало, Настя? Сопли. Жуй, доедай. Спасибо. Алиса, я желаю тебе удачи. Крути барабан. Мороженое варенье или вонючие носки? Да. Давай, бери. А на ты носки. Что тебе попало? Вонючие носки. Мороженое. Мороженое! Мне попалось вкусное, хоть бы мне попалось.
Мороженое ванильное или вонючие носки? Вонючие носки. Мороженое. Теперь я! Ты мне попалось что-нибудь вкусное. Хоть бы мне попалось что-нибудь вкусное. Кока-кола или кошачий корм? Или коричневый. Коричневый. Улитка или апельсин? Да. Кто видел? Так. И что это? Улитка. Хочу запутать, хочу. Ой. Свежая. Вот так и мне. Крути. Крути, крути, крути. Кока-кола или кошачий корм? Коричневую бери. Коричневую, коричневую. Я попался. Ребята, я попался. Кошачий корм, она пошла. Умыла. Не зря мы ее заставили. Алиса, терпи. Я хочу кусенькая. Крути. Виноград или либо сыр с плесенью. Виноград? Да. Виноград! Ура, виноград! Ванильное мороженое или поношенный носок.